Всем привет, ребят. Ну что, начинаем тест Асуры, якобы как бы с нуля. Сейчас сделаем ему эволюцию, аугментацию, докачаем немножко. Посмотрим, что да как. Потом я уже на максималке его протестирую. На китайке у меня есть уже такой герой. Как видите, на таблеточке он, в принципе, неплохо смотрится, красиво. Жизни у него 87 тысяч. Не так уж и много сейчас, на эволюции будет побольше. На максималке у него там порядка 300 тысяч жизни. И он будет себя нехило показывать. Единственное, что ему нужно сразу же включиться. Сейчас я вам тут покажу. Если нас, конечно, не сольют. Вот, повезло. Вот сейчас он включается. И все, смотрите, он сразу 4 цели своим скиллом бьет. То есть, по сути, вечный автопрок скилла. То есть, куда бы он ни бежал, он все время будет выпускать. Единственное, есть зональное действие. И, как видите, он, если 4 цели, он бьет все 4. Если они идут там по очередности, он бьет по очередности. То есть, его лучше всего ставить где-то по центру. Если вы там будете там забыты, либо еще где-то атака фортов его применять. Особенно в лабиринте. Я на китайке с ним лабиринтом фармлю до 50-го этажа. Вот, то есть, вот такой вот у него дамаг. Первый скилл, как видите, дамаг уже неплохой, по 32 тысячи выдает. Смотрится довольно-таки неплохо. Ну, дальше сейчас его тут, конечно, ушатают. Но пока он будет бежать, смотрите, вот ворожа я там немножко просадил. Но он не вкачанный. Так, давайте делаем ему эволюцию. Так, что тут у нас? Делаем эволюцию. Немножко кгшки потратили. Думал, насобираю уже до этой обновы 3 миллиона, но не получилось. Так, есть, книжечки забрали. Решил немножко книги копить. Так, идем сюда в эфир. А, у меня тут максималка эфира. Я ж никого не качаю, это особенно. Так, отлично. Делаем ему всевидящие сабли. Сейчас посмотрим. Улучшаем. До 20-го, как обычно. На основе попроще качать, тут ресурсов побольше, чем на китайке. И возможности получше. Так, есть. Сделали мы ему наконец-то аугментацию. Смотрим, у него необузданная ярость. Так, у меня тут есть ослепление. Сейчас мы его просто поставим. Вот у нас есть 1162 карты смены. Но сейчас сначала на коробочке попробуем. Так, ослеплялка не то. Знаю, что чары сегодня будут падать хреново. Так, поставим этот пока. Ему, конечно, лучше всего пятерка. Победный выпад, по-моему, я не помню, как он там точно называется. Пиромах. Не то. Ну, все, поехали, рули так. Так, недомогание. Это не то, так как у него еще есть отражалка. Я хочу его еще с огненной защитой потестить. Правда, я все уже коробки посливал. Мы ее по-любому найдем. Посмотреть, как на нем действует отражение. С каменкой я его на китайке уже качал, смотрел. Вроде тоже неплохо, дамага мало получает. Ну, видите, чары. Безмолвный выстрел. Так. Так, 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 плюс единичка получится. Победный выпад нам нужен. Ну, вот такой вариант тоже ему на PvP локации, чтобы он не бежал, потому что он, когда включается, он только изблизи включаться может. Его могут уже слить. Так, выстрел. Ну, в принципе, он... Сейчас я посмотрю, у меня там, по-моему, видимо, была... Я кому-то хотел его поставить. Сейчас я посмотрю, что у меня на ведьме стоит. А тут передача тоже стоит. Ладно, не будем.
давайте пока поставим. Это самая геморная вот эта чара. Настолько их неудобно выбивать, честно говоря. Их не продают. Коробки вроде и продают, но эти коробки не особо решают что-то. Так, четверка. Ну, поехали дальше. Не будем ставить. Нам нужна пятерка. Можно также, как вариант, и мод успех поставить. Увеличение жизни. Тоже неплохо. Увеличивает скорость атаки. Ну, ему скорость атаки не нужна. Так, проклятое поле тоже не нужно. Нам нужен атакующий вариант. Хранитель леса. Пятый. Из-за того, что кулдаун большой, многие чары просто, ну, не особо будут востребованы. В некоторых ситуациях, там на PvP-локациях, да, есть смысл их ставить. Но если вы хотите что-то универсальное, опять хранитель леса. Что-то... Пятерки не идут сегодня у нас. Обычно имбовые пятерки мы быстро достаем. Надо пойти на стрелка. Может, тут что-то будет. Так, поле опять не то. Вот этот талантик выстрел очень хорош для тех героев, которые бьют через 4 клетки. Так, победный выпад не надо. Если бы необузданная ярость, там пару героев. Так, давайте поставим пока этот доспех. Поехали дальше. Есть вариант собрать огненную защиту, вытащить, попробовать. Так, атака. Ну, четверка у меня есть и на китайке. Хоть есть куда нам карты чар слить. Пиромах не нужен. В архидемонах у нас, конечно, изменения. Теперь надо будет на архидемонов тоже, скорее всего, новые чары делать. Так. Ну, давай уже. Как видите, мы можем сейчас и 1000 все карты, сколько у нас карт было, все полностью слить. И ни хрена толкового не выбить, но я надеюсь, мы хоть что-то выбьем достойное на урон. Вот, передача энергии, в принципе, тоже неплохо, она еще и понижает атаку цели. Попробуем такой вариант пока. Сейчас мы еще, конечно, паролем, может что-то пятерку какую-то выролим. И пойдем дальше качать созвездие. По созвездиям я хочу попробовать его собрать на уклонение. Не на крит, а именно на уклонение. У меня собран на Китай и на крит. А тут я хочу уклонение попробовать, как оно на нем будет смотреться. Чтобы побольше по нему мисали. Опять четверка, ну почему не пятерка? Ну. Ну, как видите, эти на Китае, допустим, это было бы в кайф сливать вот эти карты. Так, пиромах 5. Ну ладно, оставим пока, потом я буду делать обзор на максималке уже. Мы его протестим. Так, давайте чары. Точность. Ну, в принципе, ему точность не нужна. Есть еще вариант собрать его на крит сопротивление, чтобы не попадали. Но хочется все-таки по максимуму сегодня уклонение посмотреть, что оно будет давать. Что-то у нас на нашем сервере уклонение не особо хорошо падает, как, в принципе, все остальное. Так, крит урон.
не хочет уклонение даже показываться. Четверка там, по-моему, одна только была. Две двойки, супер. GG, я вас люблю. Так, пятерка есть. Первая, значит, сейчас скоро будет и вторая. Так, жизнь атака. Герой очень-очень интересный. Прокачаю уже тут его на максималку, покажу. Ну, на китайке мне он очень нравится. Особенно там аккаунт не особо развит еще. И против топов, которые там дольше играют. Например, в той же самой забытой битве в лабиринте он очень мне помогает. Я там на пачках не сливаюсь. До этого мне, конечно, было сложновато. Хоть у меня там некоторые герои были прокачанные. Так, ну где уклонение? Что за прикол? Хоть бери, блин, и ролик за этот, за ордена. Двойки падают. Да ладно, вы шутите. Вы хотите, чтобы я целый день просидел тут? Так, крит. Крит урон. Рандомчик, как обычно, удивляет. Там, блин, за 5к собираешь уклонение. Так, вот оно, наконец-то, следующее. Уже 2 есть, уже проще. Сейчас мы ему еще ремочку поставим пятую, чтобы сразу автопроб включался. Покажу вам его. В такой даже сборочке. Пойдем в какой-то другой топ посмотрим. Потому что в экспедиции у меня топа получается. Сразу и мы его толком не увидим. По 2 уклонения вторых лупит и все. Ну давай уже, ну сколько ж можно издеваться-то, а? Четверка. Это просто жесть. Больше всего бесит то, что надо очень до хрена времени сидеть и ждать по 5 секунд, пока откатится смена. Почему нельзя просто ее убрать? Типа нас обезопасить от слива нужной чары. Когда ты, блин, ролишь 100 по 200 тысяч самоцветов на эти чары и сидишь, тратишь, блядь, 2 часа. Это больше нравится, чем то, что они не падают. Типа хочешь что-то имбовое, потратить деньги и потратить время. Это жесть. Это просто жесть. Наконец-то. We'll be right back.
Ничего себе, атаки нам дало. Почти в топ. Вот, отлично. И вот так бы сразу. Хоть и дороже было бы, но быстрее было бы. А тут мучаешься. Ну, хотя бы еще одно уклонение словить и какую-то пятерку. Можно было бы даже крит сопротивления попробовать. Либо крит. Сейчас попробуем. Вот пятерка уклонения. О, исправились. Так, крит урон нам не нужен. Крит сопротивления не такое. Надо нам. Жизнь тоже не нужна. Жалко крит. Крит удара хотелось бы пятерки. Атака. Дальше поехали. Не хочу я атаку ему. Сейчас особо хочу что-то интересное. Так, ребята. Сливается куча самоцветов. Уклонение, жизнь. 15-ка нас особо не спасет. Так, точность не то. Ну, ладно, пусть будет пока точность, потом переиграем. Так, передача энергии. Тут мы разобрались. Что там у нас первый уровень? Давайте его подкачаем. Ничего себе, я уже сегодня 5 миллионов значков почета потратил. Офигеть. Так, смотрим. Мы ему не поставили. Ни питомца, ни хрена не поставили. Так, ставим ангелы. Эмблема у нас будет ремочка, естественно, чтобы сразу включался. Артом давайте попробуем. Давайте попробуем вообще его соберем сейчас на уклонение. Поставим так, так. Сейчас посмотрим, что из этого будет. Просвет пока стоит. Я чисто делал аугментацию и прокачивал его уже на полном обзоре, там уже посмотрим. Так, смотрим хотя бы так. Ну, по урону уже некоторые, я вот не могу понять, смотрите, и по 40 бьет рандомно, как-то урон вылетает 60 40 38, непонятно. 16 50, ну уже видно даже при эволюции, что у него началось. Сейчас посмотрим ближе, как будет уклонение срабатывать. Конечно, там его, наверное, сразу затопчут. Но надо тестить хотя бы на минималке. Ну, уже я смотрю получше. Сразу не слили. Хоть это радует. Так, теперь делаем ему так. Улучшить навык. Вот, плюс 700, он у нас десятка уже. Давайте теперь затестим урон. Так, стрелок есть. О, урон уже поярче начался. Так, ну тут опять же... На моей силе его надо только в потолок качать. Так, тут есть Фрейя у нас. Ну ладно, посмотрим, когда Фрейя добежит. 72, 130 тысяч. Первая 136, первая эволюция. Ну Фрейя тут, конечно, ну смотрите, все равно продержался. Но урон уже получше. В районе 150, думаю, может выдавать. Это он не прокачан еще. Почему ремка, видите, он
подходит, только тогда включается уже на максимум. Смотрю, с уклонением неплохо смотрится. Тень хранителя себе половину сняла за счет его умения. Они еще дополнительно убиваются, если попадают. Ему, конечно, нужен отхил. Тот же самый ворожай, питомцы на отхил, потому что по-другому ну никак не получится. Надо хоть как-то. Давайте тут еще запустим. Или мы тут уже были. 162. Купидон там почти слился. Ну, это первого этого. Первая эволюция у нас. Все, в принципе, дальше я уже его прокачаю. Хочу там еще под акцию на пироженке полностью сделать обзор. Поэтому не хочу сейчас его за книжечки качать. И книги хочу еще накопить, потому что книг не хватает, чтобы быстрее можно было во время обновы качать героев сразу всех. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки. Всем удачи, всем выбить недостающего этого героя. Он вам поможет, я уже покажу его на максималке. Пойдем пробежимся по локациям всем. Все, всем пока.